Баку выпал первый снег, и погода как никогда располагает к неторопливой беседе за чашкой чая. Сегодня гостем передачи «Five O'Clock» будет, пожалуй, самый известный саксофонист Азербайджана Рафик Сейзаде. Рафик Мали, рад вас приветствовать. Я тоже очень рад. Я приглашаю вас в ресторан «Мерси Баку», где мы с вами поговорим не только об эстраде. Спасибо, с удовольствием. Рафик Мали, «Five O'Clock», хош келмисиниз. Хош келдизалсы, сау ол. Рафик Мали, почему именно саксофон? Почему не кларнет, не зурна, не свирель? Почему саксофон? Ну, понимаете, я начинал с кларнета. Во-первых, я начинал с вокала. Это где-то был 55-й год. Я по классу вокала я учился у Тамары Ханым Халиловой, родственницы из Азербайджана. И удивительно, в то время я поступал именно в репертуаре, у меня были песни нашего великого Рашида Беликова. Он в то время вообще был самый... Гремел, да? Да, гремел, самый любимчик в городе Баку. И вот мы, молодые ребята, когда его слушали, мы просто замирали от счастья. Были случаи, играли во дворе, там в футбол играли, допустим, пацаны. И вдруг откуда-то с какого-то окна доносится... голос Рашида Беликова, его песни, и мы замирали. Вот как «Замри» игра была у нас в детстве. Вот замирали и слушали его. И мы впитывали это в себя. Мы воспитывались фактически в той среде, в той атмосфере, которая царила в то время у нас в Баку. Это была прекрасная атмосфера. Ну, вас больше знают как саксофониста, чем как певца. Это потому, что вы пели хуже, чем играли? Или... Знаете, я вам скажу, я пел не хуже, я очень популярность была, помимо Баку, мы были на гастроли. Я работал в то время в государственном эстрадном оркестре Азербайджана под руководством Пугачева. Это был один из престижных, один из профессиональнейших коллективов Советского Союза. Мы работали, у нас такие залы, мы покоряли, как Кремлевский дворец, как сцена Большого театра, Россия, концертный зал, Октябрьский зал, Мариинский это зал. Это лучшие площадки были, да, в то время? Лучшие площадки, конечно, Советского Союза они были. И мы... тогда, конечно, наш оркестр очень был популярный. В то время мы выезжали, мы в году 9 месяцев были на гастроли. Понимаете, я уже 15 лет я проработал вот в таком режиме. И когда я приезжал в Баку, там на пару месяцев, ну, на отпуск и еще подготовительный репертуар мы готовили. Ну, 2-3 месяца мы были в Баку, и у меня психология измененная была. Понимаете, я себя уже как-то странно себя чувствовал здесь. И поэтому нас знали очень хорошо за пределами Азербайджана. Я пел песни такого баритонального плана. Может быть, у нас здесь в то время не воспринималось это в 60-е годы. Почему? Потому что даже Муслим, он, я помню эти времена, когда он только начинал петь, и не очень здесь воспринимался. После Бухневальского набата, после того, как он поехал в Махачкалу. Люди мира на секунду встали. Да, да, вот, после этого, после Москвы, оттуда он возвратился в Баку уже с триумфом. Понимаете, вот это естественный вопрос, процесс, поэтому... Рахим, а вот вы упомянули атмосферу Баку. Каким был Баку вот в те годы, в годы вашей молодости? Это, он весь был пронизан джазом, оттепель, буги-вуги, твист, да? Всеми он был пронизан. Вы понимаете, Баку в середине 50-х годов, это, мне кажется, может быть, моя молодость попала именно в ту пору. И, может быть, каждый молодой человек, он 15, 16, 17 лет, чувствует, что вот эта эпоха для него самая прекрасная, понимаете? И мы тоже. Но там царила такая атмосфера, атмосфера интернационализма, понимаете? Здесь смещение разных национальностей было. И мы, азербайджанцы, мы, ребята, азербайджанцы, мы соприкасались с представителями других наций и познавали их внутренний мир. И мы не страшились этого.
Мы даже порой их опережали. Вы понимаете, когда уже мы знали, что другой национальности человек как мыслит, значит, мы мыслим не хуже. И даже в каких-то вопросах мы больше их можем понять и достичь. И вот таким образом в атмосфере интернационализма здесь начал развиваться джазовый музыка, начал развиваться. И вот в этот момент мы и вошли в мир джаза. Мы слушали Америку, Льюис Канвера, каждую ночь там, с 3 до 4 часов передавалась передача, посвященная джазу. Мы это все впитывали, а на следующий день вставали и искали, где-то находили инструмент саксофон. Там я помню, нашел старый один какой-то саксофон и играл. И вот занимались мы сами, стихийно как-то мы развивались и доходили, и достигали определенных успехов. И эти успехи были подтверждены еще за пределами нашей страны. Но когда вы начинали, это был как бы андеграунд, вы подпольно это как все делали? Это подпольно было все, конечно. Вы знаете, в 1948 году был выступление Жданова было по этому поводу, и джаз называли буржуазной музыкой, музыка буржуи, и запрещенным он был. Но в Баку, я не знаю, может быть, у меня в моем характере это тоже меня привело к джазу. Свободолюбие, что я всегда... Для меня самое дорогое в жизни – это свобода. Понимаете, это самое дорогое в жизни – свобода. А это джаз – это свободная музыка. Там полет, импровизация, там никаких рамок. Рамки есть, определенные рамки. Но когда мы начинали, мы вне рамок. Мы играли импровизацию и могли там часами развивать там... А потом уже, конечно, когда в 59-58 году я начал работать в ресторане «Дружба», там был Вова Владимиров, самые лучшие музыканты были сосредоточены там. И джаз процветал именно в этом ресторане в то время, когда Раймонд Паулис приезжал сюда, здесь Симич оркестр, «Голубой джаз» приезжал сюда. С разных стран приезжали, и они после концерта, который давали в филармонии или же тогда клуб Дзержинского назывался, да, и в оперном театре, они прибегали к нам слушать модерн джаз. Понимаете? И они ценили нас. У нас был контрабасист один Рафик Антонов. Он был блестящий, он был в Европе, я не знаю, в мире один из лучших этих контрабасистов. Все приезжали, все ахали-охали, смотрели, думали, что это за титан вообще такой. Понимаете, что в Европе таких контрабасистов не было. Я помню, было такое выражение, но я не помню, из источников. Было такое выражение: сегодня слушаешь ты джаз, а завтра родину. Сегодня слушает он джаз, а завтра родину продаст. Да, вы понимаете, родину мы всю жизнь любили. И мы иногда даже, я вот чувствовал у себя, я какие-то свои приобретения, какие-то свои вот эти... Успех связывал с тем, что я азербайджанец, что я среди других наций. Когда мы играли, азербайджанец играл на саксофоне, допустим, или на трубе, пытался играть джаз, то чувствовалось, мы же особые нации, мы воспитанные на Вагамате, самая такая нация, в смысле, тонко ощущающие звуки и музыку. Мы можем играть музыку любых народов, а нашу музыку не каждый народ может сыграть. Не каждый человек может ломать с его мелизмами. И вот с молоком матери мы впитываем в себя вот эти вот чувства, ощущения вот этой музыки. Для нас любая музыка, любой джаз, там все для нас доступно. И мы доказывали этим представителям других народов, нашим друзьям, что азербайджанцы играют не хуже, даже лучше могут играть, чем другие представители национальности. Вот вы играли с разными исполнителями, да, и с Муслимом Магомаевым, да, и с квартетом Гая. Да. Вот саксофонисту все равно, с кем он на сцене, или как-то вот имя рядом, оно как-то влияет? Вы понимаете, саксофонисты, музыканты разграничиваются на две категории. Есть музыканты, которые импровизирующие музыканты,
И есть крепкие, хорошие, с хорошим образованием, консерваторские, допустим, которые читают ноты с листа. Есть крепкие, такие грамотные классические музыканты, которые играют в оркестрах, играют в группах и хорошо на высоком уровне все. Но среди них бывают талантливые. Хулиганы, которые дают себе волю, могут дать и разрешить немножечко поимпровизировать. Да, вы хулиганом были? Мы хулиганом были, да. Мы были хулиганом в хорошем смысле слова. Были шустрые ребята, такие поторговые. Каждый квартал у нас был разграничен. То есть не только в музыке хулиган, но и в жизни тоже? В жизни тоже, конечно. В жизни тоже мы были. Ну, начинали с годейшим. Потом мы вбирали в себя культуру европейского плана такого направления и стремились быть европейцами. В хорошем смысле слова, но с традициями азербайджанских корней. Рахмем, честно скажите, соседи в стенку стучали, когда вы репетировали? Это было страшно. Я вам скажу, я учился на вокале. Там, в один прекрасный день у моей двоюродной сестры, 56-й год был, по-моему, свадьба была. Чай-чай, вот здесь. И, мы пришли, Магомаева, 63, двоюродной сестры, на свадьбе присутствовали. И там до утра кларнетист, он меня обворожил просто. Я смотрел на него, и я думал, что это какое счастье обладать инструментом. А петь все поют, да? Даже все поют. Но это же не инструмент, надо заняться чем-то серьезным. И на утро, мой брат, а он был в Махчеване офицером служил, старший брат, он был в Баку в отпуске, и он мне сказал, что Рахи бывает. Как здорово этот кларнетист играл. Я говорю, а ты бы смог бы так сыграть? А он знал, что я пою, способный, у меня в музыке есть способности. Я говорю, конечно, сыграю. И утром, это было рано утром, пришли, в 9 часов открывался, 10 часов открывался ГУМ, универмаг наш, этот городской универмаг. А там был кларнет за 916 рублей. Какой товар, по отделе какой товар. Большие деньги. Это огромные деньги были, огромные деньги. И он тут же взял, мы даже стояли целый час, ждали, пока откроется этот универмаг. И он взял тут же, не понимая ничего, хороший инструмент. Он ленинградский инструмент был, с футляром забрали его. Я начал дуть. Но уже не то, что соседи и домашние, и соседи, то и родственники тоже, им всем я надоел, понимаете. Сам освоил этот инструмент, сам, без педагога. Освоил этот инструмент, уже играл. Играла, а у нас по соседству был один Айден, он был известный, Баку был музыкант, Моля Махман, саксофонист, он давал уроки, кто хотел на саксофоне учиться. А саксофон, кларнет, это почти, они одинаковые, родственные инструменты. И я, начал, а я же ноты не знаю, ничего не знаю. Я как вокалист поступил или неподготовленный, безграмотный в отношении музыки. В общем, этот Айден учился по нотам, и я смотрел у него, я говорю, Айден, ты вообще... А он не мог играть, я играл свободно, там всякие мелодии, там композиции, а он только по нотам играл этюды. Я говорю, где нота до? Он показывал, вот до, я смотрел, ага, брал на кларнете до, смотрю, звучит, это нота до, уже знал. Ре, вот таким образом я от него же научился нотам, потом сам стал изучать, и он даже не знал, что я у него учился. Понимаете, вот таким образом я и научился. Ну, соседи стучали. Соседи, конечно. Но я вам скажу, даже соседи были такие более благородные, видимо. Видимо, они меня не хотели сбить с желания играть на инструменте. Но они ко мне относились во всяком случае, но с уважением относились. И хвалили, молодец. Рахмель, гостей передачи «Five O'Clock» в свое время была Натаван Ханум Шейхова, наша любимая певица, народная артистка Азербайджана, тоже легендарная певица. Она ваша супруга. Да. У вас есть какая-то красивая история любви? Ну, как красивая история любви? В 66-м году
65 или 66. Мы репетируем, мы приехали с гастролей сюда, в Баку, и в филармонии на втором этаже у нас огромный зал, значит, оркестр 30 человек, мы репетируем там. Готовим новую программу. И наш один директор был, Аркадий Львович, Львович Арнопольский, и он нас предупредил: ребята, сегодня одна девушка придет, новая певица, мы ее хотим взять в оркестр, в общем, придет, возьмите себя в руки, не хулиганьте, да, там, не видите себя нормально, а мы же музыканты, да. Да, и дверь открывается, он придет, я смотрю, на самом деле красивая девушка, ну, 20 лет, 19 лет ей было, молодая, красивая девушка, а у нас зовут Нурлаев. И запали сразу, да? Точка запала. У меня, значит, у нас в оркестре был певец, зовут Нурлаев, кстати, очень хороший певец, он проходил на ура с красной строкой по всему Советскому Союзу, он был очень известный, его тоже не знают. А он очень популярный. Он буквально шагал за Муслимом Магомаевым, понимаете? И Октай-Гай, вот у него вообще популярность была больше, чем у кого угодно. У Октай-Гай, вот. Мы вместе работали. И вот, значит, я посмотрел красивую девушку и сказал, а мы с Зориком дружили, зовут. Ну, они вместе учились на Таван, в консерватории. На первом курсе. В общем, я ему сказал, иди и скажи, что она будет моей женой. И ребята, чтобы слышали вы, да, ну, там ребята тоже сидят, и тоже, да, мужики, чтобы они слышали, мы что уже, да, все об этом мало, да. Я говорю, что без визы она будет моей женой. Все. Эле долды, вот он. Ухаживали красиво? Красиво, конечно, даже на гастролях. Первые, значит, наши гастроли были в Риге, мы были, но в то же время... В наши времена, вот эти 60-е, 50-е годы, святые отношения были. Вы знаете, мы встречались с девушками, допустим, шли в кино там или что, но были святые отношения. Мы никакой похабщины, ничего не бывало. Вот много очень девушек, с которыми, допустим, я дружил, и они сегодня смотрят гордо мне в глаза и без всякой похабщины, без ничего. Понимаете, вот отношения были, дружба была другая. И я, значит, в Риге, чтобы доказать ей свою любовь, там одна речка текла в городском саду, в парке. И там лилии были вот такие, белые лилии, водяные. И погода была довольно-таки не очень, такая довольно холодная погода была. Я залез в эту канаву, в эту речку, значит, сорвал эту лилию, подарил ей. Но никто не ожидал, что я могу залезть туда. И вот таким образом красивый, конечно. А что за история с чулками, которые вы ей подарили, она вам вернула? А, да, тоже такое было. Но я потом эти чулки отдал в ЗАГСе, который регистрировал. Я, значит, с гастролей приехал, привез шикарные тогда модные чулки были, югославские, какие-то плетенка, там все, модные. Я привез ей подарок. Она отказалась. Ну, вы уже встречались. Да. Нет, потом какое-то время она осталась, когда узнали, что мы встречаемся. Ее родители не хотели, молодой парень там, я был из, лабов, да, саксофонист, такой хулиган, хулиганистый, в хорошем смысле, опять-таки, такой драчун иногда может быть, вот это сослужили потом плохой славой, говорили, что он лавочар, и, в общем, что я хочу сказать, я ей привез чулки, дал ей, она не взяла, сказала, а я что думал, скажу, подарок, кто мне подарок, откуда? Родители обычно покупают, да, и она не взяла. Вот я почему задал этот вопрос, да. Вот интересно, да, как отношения какие тогда были. То есть это принять чулки от мужчины, это считалось зазорным, да? Конечно, молодая девушка. Да. Только потому что это чулки или там, допустим, другой предмет одежды? Предмет. Деньги, там вообще деньги, мы не знали, что такое. Мы не знали, там некоторые...
я не знаю, были люди, которые ехали в Москву, говорили, что мы гуляли, там деньги были, кидали, то другое, девушки были. Какие девушки, какие деньги, любовь была. По всему Союзу мы ездили, девушки стояли в очередь и хотели знакомиться, мы выбирали, какая красивее из них. О чем вы говорите? Надеюсь, это было до Натавахана. Да это был до Натавахана. А как одевались вот в то время в Баку модники, модницы? Откуда доставали одежду? Шили. Здесь Лоскачев был один портной пальто. Он мне шил два пальто. Одно пальто ратиновое было. С плечами такое. С двумя шлицами сзади. Теплое пальто. И другое бобликовое пальто. Потом костюмы мы шили. Потом... Вы знаете, в то время удивительные ощущения было у людей. Эти фирмы всякие, Нарвашки, там, сейчас хоть здесь клеят фирму, чтобы узнать, что это фирменная одежда, мы чувствовали по строчкам. Вот, мы смотрим, и фирма ощущается, понимаете? И, значит, мы ехали там, покупали одежду, туфли на платформе, тогда узкие дудочки, брюки были, и конкурс на бриолинах. И, в общем, вот мы, а потом мы же черпали информацию с фильмов. Трофейные фильмы были гениальные, американские фильмы были. Потом европейские фильмы были, итальянские, французские, там, я не знаю, английские. Прекрасные фильмы были, где мы учились этой культуре. Мы смотрели, мы старались жить этой жизнью. Тогда и в этих фильмах, не то, что сейчас. Тогда и нравственность была, тогда и чувство чести было, чувство нормальных взаимоотношений человеческих, которых сейчас в фильмах нет. Сейчас только могут убивать, я не знаю, изменять, какие-то подлости друг другу делать. А те фильмы, они нас воспитывали, мы на них равнялись, мы хотели точно так же вести себя по отношению к девушке, как в этих фильмах ведут себя герои. Так, может быть, вы джаз, увлекались джазом, потому что это было модно, вы отдавали дань моде или... Дань моде и еще свобода, я говорю, свобода. Свобода, ощущение свободы. Я помню, я маленький пацан, он был лет 13-14, мы подрались, и где-то сутки нас держали в третьем отделении милиции, в камере. В Кутузке. В Кутузке. И я там... Целые сутки я там чуть с ума не сошел, вы понимаете? Я не люблю замкнутые пространства. Я даже помню, мы были в Каире, и вот в этих пирамидах заходили туда, чтобы поинтересоваться, как туристы, да? Мы на гастроли были там, чтобы поинтересоваться, что там внутри. Когда я прошел вот это замкнутое узкое пространство, через 4-5 шагов я стал задыхаться, я вышел. А люди проходили спокойно, заходили там в зал, смотрели, выходили. Я не мог это. И поэтому, может быть, даже чувство свободы меня и заставляло быть порядочным, нормальным человеком. Я знал вот этот один день в своей жизни, я почувствовал, что это такое. И поэтому, и будучи руководителем, 12 лет я был директором филармонии, будучи руководителем, я всегда старался вести себя. Криминальных никаких дел не должно быть, чтобы не потерять свою свободу. Вы понимаете, чтобы, я не знаю, не потерять свое лицо. Рафик Мэм, сегодня многие ностальгируют по старому Баку, в том числе и я. Да. Скорее мы ностальгируем по своей молодости, конечно, чем по тому Баку. В то же время Баку... Да. Он буквально на глазах меняется, и меняется в сторону шика, да, роскоши. Он хорошеет, он очень красивый, я всегда с гордостью показываю его гостям. Но в то же время есть разные точки зрения. Одни говорят, что Баку очень многое потерял, другие говорят, что Баку многое приобрел. Что, по-вашему, что Баку потерял и что он приобрел? Это один из сложных вопросов, да, это и актуальных вопросов. Но мы же не боимся сложных вопросов. Да, конечно, а чего бояться? Я вам скажу, городская психология, она отличается, естественно, и отличалась. Сейчас, может быть, не очень отличается. Почему? Потому что есть средства массовой информации, телевидение
и компьютеры, и интернет, все, понимаете, и в самом захолустье, в самых далеких горных аулах они уже видят по телевизору, они приобщаются к культуре общей мировой, общеевропейской культуре. Это сегодня то, что является хорошим. Завтра обязательно он приедается и становится не очень хорошим. А потом опять возвращение. По кругу идет все. И на моих глазах эта трансформация происходила. Конечно, городской менталитет. Мы бодались, где-то было время. Вот с района приехал там он. Но эти люди тоже с района приехавшие. Их не дети начали развиваться в городских условиях. Понимаете? И вот эти дети уже отличаются, а их, допустим, дети, внуки, они еще, они уже современные, нормальные ребята. Так что это диалектический процесс. Это все должно было быть. А что творится в других государствах? Возьмите в Россию то же самое. Не-не-не, я имею в виду чисто внешнюю оболочку Баку. Вот чисто архитектурно, вам Баку нравится? Архитектурно шикарно, да, нравится. А почему нет? Если гнилые какие-то уже 150-летние давности здания есть, которые рушатся, их надо разрушать. Но вы скучаете по старому Баку? По старому Баку как скучать? Но, конечно, ностальгия... Она есть. Это. Я не по старому Баку скучаю, я скучаю по своему. Молодость. Вы понимаете, для нас тот Баку, он был дорогим. Почему? Потому что это наша молодость, вот этот отрезок времени. Это не память, ничего, это отрезок нашей жизни, реальной жизни. Поэтому мы вспоминаем. Я с удовольствием вспоминаю 50-е годы. Я вам даже скажу, что я счастливые времена свои переживал до назначения в 1974 году начальником концертного отдела, где я стал подчиняться законам таким, которые я должен был в рамках вести себя и интересы государственной работы продолжать. Это уже административная работа. Административная работа. Потом директором филармонии, потом в Мечлисе я был. Вы знаете, иногда бывает, что ты работаешь, и тобой руководит тот человек, которого ты знаешь хорошо, и ты будешь ему подчиняться. Это смешно. А когда вы были на административной работе, все равно играли дома? Дома играл. Да? Да, дома играл. Я всегда играл для себя. Даже будучи директором филармонии, огромный кабинет. И после работы, когда люди уходили, я иногда брал саксофон, играл. Я себя чувствовал более личностью, чем директором филармонии. Я знал прекрасно, что я обслуживаю людей. Понимаю, мои двери всегда были открыты. И некоторые мои руководители удивлялись, говорили, ты что делаешь вообще? А я прекрасно, люди, они такие же люди, как я. Я ничуть не лучше, ничуть не хуже их, и они тоже самые. Я их обслуживаю. Я должен решать правильно вопросы, чтобы у них была бы нормальная жизнь, чтобы они были бы довольны своей жизнью и в целом нашей строем. Вот. Рафаэль, зрители жаждут крови. Давайте поговорим о сегодняшней эстраде. Давайте поговорим. Что вам нравится в сегодняшней эстраде? Я вам скажу. И что не нравится? Та эстрада, которая была до 90-х годов, она была, являлась частью общемировой культуры. Эти композиторы писали все песни, которые прекрасно воспринимались за пределами, за кордоном, за баладжарским семафором. Понимаете? А потом у нас эта перестройка, что ли, произошла, и мы немножечко хотели в то время доказать, что я азербайджанец, что я вот национально должен все это делать. Просто это наша, нужда была в этом. И сегодня то, что искусство наше немножечко пошло по другому пути. Есть некоторые люди, которые, я думаю, что они недостаточно, имея вес в обществе, они недостаточно, они не на уровне представляют это искусство. И они... Кое-кто из них что может оставить вообще наследие,
наследие после себя предыдущего поколения. Если Шокет оставлял, там Рашид оставлял, этот Гая выходит, группа поет, в унисон поют разный, в разброд, и это группа. И хлопают, и все, я с ужасом смотрю на это. А то, что Гая выходил четыре человека пели, у них гармония была, у них закономерность была, у них высочайший интеллект был во всем случае. Рахман, большое спасибо, что приняли приглашение и пришли на нашу передачу. К сожалению, время у нас ограничено. Я думаю, что я выполню просьбу всех наших зрителей и попрошу вас что-нибудь исполнить. У нас фоновая музыка нашей передачи – это знаменитая композиция «My Way». Если бы вы не отказали нам, мы вам были бы очень благодарны, признательны. Напомню, что сегодняшним гостем передачи «5 O'Clock» был легендарный азербайджанский саксофонист Рафик Сейдзаде.